Приветствую вас на канале Akibai. Сегодня к нам приехал владелец Mitsubishi Pajero 2008 года выпуска. Владелец недавно купил эту машину. С машины шел вот такой вот ключ зажигания. Это не оригинальный ключ. Этот ключик машина только механически открывает. Если мы вставляем ключ в замок зажигания, то машина заводится. Данным ключом пользоваться крайне неудобно. И владелец приехал к нам на Akibai, просил, чтобы мы изготовили оригинальный ключик с кнопками. Мы это сделали. Мы запрограммировали в машину ключ на две кнопки. Сейчас он машину открывает, закрывает. И мы, если мы вставляем ключ в замок зажигания, машина также заводится. Теперь у владельца Mitsubishi Pajero 2008 года выпуска есть два чип-ключа зажигания. Один с кнопками, один без кнопок. Если у вас возникли проблемы с ключами зажигания на Mitsubishi, либо на другую марку автомобиля, то вы можете обращаться в компанию Akibai, мы вам поможем.